Ко мне молодые ребята часто подходят, спрашивают: дядь Толь, что делать? Девушки не любят меня, я некрасивый, или у меня ноги кривые, или я очень жадный. Девушки, так чтобы парень сразу был и красивый, и богатый, и не жадный, и чтобы ноги не кривые, не бывает. Никогда. Отдельные недостатки есть у всех. Ну, маленького роста. Она 1,90 м, ты 1,20 м. Ну, дискомфорт. Зато она тебя в сумочке может принести куда угодно. Никогда не надо отчаиваться. Когда я был молодым, я знал одного парня, он сразу был. Бедный, нескладный, робкий, не мог при девушке двух слов связать. И всего пугался. Больше всего он пугался перед зеркалом. У него в детстве всегда на шее висела табличка: «Толя, не пугайся, это ты». Его, как меня, Толей звали. Девушки не сторонились его, они от него шарахались. Бились о стены, выскакивали на проезжую часть, прямо под машины. Считалось, что так им еще повезло. Казалось бы, у него никаких шансов на личное счастье. Но надежда умирает последней. Он делает пластическую операцию. Нос сдвинули чуть вправо, рот чуть влево, глаза стали косить в одну сторону. Такой красавчик получился. Девушки улыбаются ему, пощипывают за все места. Но он всегда был розовый, а тут от щипков стал синюшный. И он начал избегать девушек. Увидит, если хоть одна идет навстречу, хоть какая. Хоть у нее голова совсем на бок. Все равно скорее в сторону. А девушке, может, до него и дела нет. Она просто идет себе мимо. Бывает же так, правильно? Конечно, она нечаянно все равно заденет его бедром там или еще чем-нибудь. Слава Богу, есть чем. Нечаянно обязательно заденет. Как без этого? Тоже ведь живой человек. Понять можно. А у него от этих нечаянно все тестостероны начинают, как шарики в спортлото, с ума сходить. Безвыходная ситуация. Но, парни, где удачи конец, всегда неподалеку надежда прячется. Он делает пластическую операцию. Хирург попался лучше по профессии. Девушки снова шарахаются от него. Дети увидят. Слушай, с детьми целая трагедия. У них слезы ручьем. У мужчин столбняк. У десантников икота. Ничем не могут остановить. Конечно, всегда есть женщины, которых ничем не запугаешь. Они подходили к нему. Все с одним и тем же. Вслух об этом не говорят, но ты понял, да? Все заказать убийство мужа. Парень снова отчаялся, замкнулся в себе, сидит дома, читает книги. У него библиотека была огромная, он прочитал 6 книг. Он бы и 7-ю одолел, но тут весна. Растения опыляются у всех на виду, ни стыда, ни совести. У животных гон, все гоняются друг за другом. Люди с утра читают заповедь: не прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Все читают, не всем помогает. Ему не помогло. Что он тогда делает, никогда не догадаешься. Пластическую операцию. Получилось лицо, которое у него было до первой операции. Точь в точь. Спрашивается, ради чего он столько претерпел? Ради надежды. Ее надеждой звали девушка одна, Надя. Прибилась к нему. Красивая. Не мисс Вселенная, но точно вторая и третья по красоте в своем подъезде. Ее не оторвать от него. Он теперь начитанный, может поговорить о чем угодно. Даже о чем представления не имеет. Такого как не полюбить. Парни, ну ростом кто-то не вышел, ну глаза смотрят в одну сторону, а ноги идут в другую. Ерунда все это. Читайте больше. Красивый, богатый, но глупый, хуже, чем ушастый, конопатый, криворуконогий, но может наврать с три короба.